Nokia N70. Замена подложки клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia N70». Подложка клавиатуры может выйти из строя или работать некорректно из-за попадания влаги в телефон или механических воздействий. Металлической лопаткой поддеваем подложку и снимаем ее с рамки телефона. На подложке находится боковая кнопка камеры. Новая подложка клавиатуры вставляется в рамку и защелкивается несильным нажатием пальца. Все, подложка клавиатуры заменена.